Привет, ребят, с вами одинокий Джейсон. Мы находимся в городе Трентон, это штат Нью-Джерси, столица этого штата. Смотрите, ребят, этот вокзал Train Station, который по-другому Transit Center, они называют ее. Вот этот Transit Center, сейчас я должен куда-то идти, но куда идти я даже и не знаю. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Риверлайн, вот что это такое Риверлайн? Может, не знаю. Надо узнать, что такое Риверлайн. С Клинтон Авеню тут стоит. Но наша задача идти к реке. Если повезет, мы в центре города очутимся. Я вообще, какой маленький город, обалдеть. Ну, сейчас посмотрим. Ну, это, по-моему, красивое место. Не знаю, как с красотой. Карты у нас нету. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Видите, да? Когда мы можем пойти, что мы можем сделать, так можно сесть перейти. Давайте перейдем. Что-то. Риверлайн. Что такое Риверлайн? Ой, какой-то памятник, смотрите, непонятно. Что? Что-то означает, наверное. Я не буду спешить, ребят. По чуть-чуть будем двигаться. Видите, какой-то парк. Людей не так. Вот это меня интересует. Поезд называется Riverline. Куда он идет? Может, по реке идет? Я бы с удовольствием билет купил бы. Если он по реке идет, сейчас информация, может, информацию я достану. Тут ничего, глухо. Посмотрим.
Вы знаете, как интересно бывает в незнакомом городе очутиться и вообще ничего. Что-то вместо буса, вместо автобуса, не знаю, какие станции идет, какие вот тут что-то, по-моему. А, через весь город, через другие города, ребята, рисковать не будем, еще окажемся. А непонятно где. Я мечтал побывать в этом городе, ребята, вообще, вау, какая красота. Видите, какая-то, смотрите туда, мост какой интересный. Ты уже чувствуешь, что ты находишься в Америке и в каком-то провинциальном городе. Какие красоты у нас. Вот красота. Давай я сейчас зафиксирую это город Трентон, Трентон, Трентон. Знаете, в каком фильме город Трентон был? Не угадаете, а я угадаю. Это трасса 69, вот это с Джеймсом Марсоном, он был фильм. А когда он ехал доставлять посылку, вот этот... Там была ошибка над городом, но они говорят, что не ошибки. Вот там был мать, которая искала своего малолетнего сына. Вот она ехала в город Трентон. Это город наркотиков, вот всего, вот это свободное. Вот в этом фильме было название этого города. Скорее всего, он был взят специально, потому что... Трентон — это столица же, а Нью-Джерси. Ну, не знаю, в какую сторону карты. Сейчас я обратно попытаюсь. Немножко погуляю, сколько я смогу. Потом обратно какую-то карту. Какую-то карту, что-то мне придется взять, брать. Тут, скорее всего, паркинг. По-моему, тут ничего и нет больше. Меркель Семетерия Антрентон. Что это такое, не знаю. Какой это вот это? Смотрите, вокзал. Трейнстейшн. Смотрите, Трентона. Вот это все, что я сейчас могу. Может, я по тропинке я туда вниз пойду. Мне еще надо кофе выпить, ребят. Какой красивый город. Нет, знаете, почему мне он нравится? Нет вот этого здания, небоскребов, людей, толп людей. Мама ми. А, это кладбище. Это кладбище. Да, может быть, и кладбище побываем. Принстон, Нью-Йорк, дорога туда, там. Дели энд Шорт Терм Паркинг. Это короткий и долгий паркинг. Мусор везде не убирается, по-моему. Ой, ребят, я ухожу отсюда. Это бомжатское место. Лучше уйти отсюда. Тут бомжи, места у них. Ночлежка с такой дорогой камерой. По 800 евро. Лучше я не буду испытывать свою судьбу. Сейчас я, знаете, что сделаю? Просто в кладбище, если там открыто, на... пойдем посмотрим. А потом все равно же выйти. Очень старое кладбище. Потому что сами деревья, смотрите, сами где вот это кладбище, деревья очень старые, там могилы я видел, все старые, вот, как память,
Может зайти и не заходить, можно, не знаем. Что тут можно, что не можно. Вот на данный момент зафиксируем, что мы... Вот я сот Клинтон-авеню, вот я на вот, Нью-Йорк, сейчас будем искать карту. И что мы можем, то и будем. Первое впечатление у меня отличное. Очень хорошее чувство, но не знаю, что будет дальше. Знаю. Давайте мы сейчас перейдем туда. Может, я так... Да, я вот так прямо пойду по улице. Там была наслежка бомжей. Не так интересно. Тут машину опасно переходить, короче. Не будем испытывать судьбу. Подождем, когда можно будет перейти. Если там открыто можно будет входить, я войду, конечно, вряд ли там. Там же специально закрыто, чтобы бомжи вот эти всякие не ходили. Теперь почти впечатление хорошее, потому что солнышко. Это, осенний вот это. Мне очень нравятся осенние виды. Не Нью-Йорк и провинции. Сейчас посмотрим, что это такое. Ой, это старое кладбище, видите? Очень старое кладбище. 1843 года. Ой, тут... Видите? Исторические вот это... Джеймс Тейлор, Джон Рам, Вильям Потс, Ферман, Чарльз Хиви. Вильям Баро, известный капитан Джеймс Олден Пакстон, тоже похоронен тут. Капитан Джозеф Айар, Даниэл Бак, Даниэл Бутбадин. Это историческое что-то, очень старое кладбище. Тут очень знаменитые люди. А, видите, вон там, даже можно увидеть. Я отсюда 1884-1919. Эрнест Альвиеда тоже. Ой. Да. Вот было бы интересно, вы что, ребят. Это же было бы интересно. Видите, вот тут Джон Кондовер. 1828-1880. 1044. Да. Интересно. Джордж Эл. Старший лейтенант 8-го пена. Кавалерии киллед от Battle of Deep Bottom август 16-1864 года. В возрасте 21 лета, 10 месяцев. Мария Брегов, Повеля, 1841. Это знаете, что это такое, ребят? Это фамилия Брегов, вот это их старший лейтенант умер. Да. Могила очень интересная, ребят. Джеймс Келли умер ноября 1897 году. Это же ее жена. Что это же? Не, в могилах непонятно, конечно. Вот
о гелях ничего не понятно, но сейчас посмотрим. Мэри Уилсон Грант. Благородный тоже. Было бы интересно, если он был бы открыт. По-моему, закрыт, потому что из-за бомжей она закрыта. Бомжи, они бы тут ночлежку устраивают. Поэтому и закрыт, скорее всего. Короче, этот кладбище было основано в 1842 году. И последний раз тут человека похоронили в 92-м году. Странно, где они их похоронили? А что это такое? Ага, что это такое? Да, вот этот Джеймс, который 21 лет умер, да, за солдатом, старшим лейтенантом. 21 лет умереть, это страшно, конечно. Да, солдаты, солдаты, бедные солдаты. Тут лежёно, я непонятно, конечно, что вот всё вместе. Там самое главное имеется в виду, кто умер. Ой, вот. Белочка, куда ты хочешь? Неделя. Ну, я сразу почувствовал, что это старые могилы, потому что новых так, наверное, и не хоронят людей, и не будут хоронить. Это историческое, как сказать. Смотрите, ребят, мы просто прошли с вот этого транзит-центра, это Нью-Джерси. Сюда идем, туда. По-моему, по 100 Клинтон Авеню. А, тут и город есть. Тут и город есть. Тут и город, по-моему, начинается город. Ну, это я спонтанно вышел, чтобы с вокзала, как я вышел, я начал из Стейт-стрит. Я просто начал снимать, посмотреть, где что. Сейчас я, типа, почву, в какую сторону идти, в какую сторону идти. Вот такое дело. Сейчас мы увидим. Сейчас я должен обратно в вокзал, и потом оттуда немножко, может, чай, я не знаю, кофе, что-то выпью. И по чуть-чуть вот я и чувствую, что интересно будет ходить по этим улицам. А да, это Клинтон Авеню, да. Норт Сот. Ну, сейчас мы вот возле этой церкви остановимся. И дальше будем идти обратную сторону. Я не знаю, куда мне идти, где эта вода, река. Смотрите.
А, это какое-то здание. Давайте мы не будем дальше идти. Симпатичное место. Тут какая-то церковь. Чуть-чуть пройдемся. Какое-то здание. Но это не Доптаун. Скорее всего, вот по этим улицам пройдемся. И вы видите, вот там вдалеке что-то есть, тут что-то есть. Я не знаю, где река, где это. Город большой, хотя 80 тысяч человек, но, скорее всего, очень большой. Потому что небоскребов я не вижу тут. Это вот к реке. Ну, вот такой. Давайте, ребят, попрощаемся. Оксфорд Валей Мал. Интересно, развязочка, смотрите. Машин очень мало. Вы не думаете, что это маленький городок? Нет, ребят, это столица. А Нью-Джерси, я просто станции выше, в округе этой станции я хожу. Тут даунтаун, большие небоскребы, тут очень красивый даунтаун. Такое. Вот музыка наслаждается. Ой, такие дела. Сейчас я, давайте пойдем обратно. Обследуем вокзальчик, что там у них. Я ожидал от этого транзит-центра вообще вау. Оказывается, простой вот этот. Все прелести маленького городка. Может, того, что сегодня суббота, это людей мало. Скорее всего, да. Выходные же они. То, что я увидел, мне очень понравилось. Трентон, мы будем сейчас гулять. Сперва кофе. Зарядимся энергетикой. Давайте я сейчас нарушу правила движения. Пройду вот сюда. Никого нету. Ну, такое, как сказать. Вот этот далекий мост, вот это вот, ну вау, как в фильмах бывает. Вот это вау, мост вау. Очень хороший мост. Оно вдалеке, смотрите, где эти машины ездят, вот там оно. Вот это мост мне очень понравился, как в фильмах бывает, и старинный американский мост. Кладбище, видите, смотрите, кладбище тоже старинное. Вот. Жалко, что он закрыт, но это понятно. В наше время бомжи все места, чтобы люди... Это историческое кладбище, очень история там. В 1840 каких-то годах открыты. Бедные солдаты, какие-то лейтенанты. Очень много мужчин. Очень много мужчин. Вот такое. Но там оно было открыто в 92-м году. Не может такого быть, что он был закрыт. Скорее всего, реконструкция, вот что-то было. А официально закрыли его. А, может такое быть? Они не похоронены последние в 92-м году. Это просто официально они его закрыли в 92-м году. Вот. Кладбище вау, ребят, смотрите. Историческое. Я вот даже в Бельгии, хотя ушли в Европу войны,
такого нету. Типичные американские почтовые ящики, смотрите. Юнит стать постал сервис. Сюда не бросает письма. Очень скромно. Не как у нас везде висят у них. Все очень. Ребята, я это время съемку заканчиваю возле Нью-Джерси транзит. Все. Трейн стейшн я останавливаюсь. Что, тут тоже что ли? Интересно. Джейсон Селли, Магнус Магистер. Роме платит. Do not touch. Пожалуйста, не трогайте. Что он там сделал, Джеймс? Открыто что-то такое, наверное. Давайте тогда, ребят, давайте пока-пока. До следующего раза, давайте.